Блин, захват опять окна. Давай, давай. Че дела? Что ж. Что ж, ну что ж. Устроили так люди. Эх, я побаливаю немного, ладно. Так, со всем привет, с вами Сомкраш, мы продолжаем Dying Light, умирающий свет, угасающий свет. Нам это с Райсом договориться. Давай грузить быстрее. Игра, грузись. Ты так долго грузишься. Какой геймпад? Это еще из-за геймпада, что ли? Блин, геймпад мешает. Во. Чё вы тут делаете? О! От ржавчины избавляюсь, да? А, нет, ты затачиваешь оружие, чтобы оно острее было. Точно, какая ржавчина. Так, и чё тут у нас? Опять беготня? Беготня, беготня, беготня. Купите антизин у Райса. На наверх, на вниз или наверх? А, да, надо же в лифт. Надо бегать нет туда-сюда. Брекен is so desperate, he's ready to deal with the devil himself, Rice. And since I'm supposed to determine whether or not Rice is the one who stole... Ну, хоть сейчас написано пробел. Что радует. А то на геймпаде неудобно в эту игру играть. Ну, может и удобно. Can you hear me? Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, no, it's... Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. Блин, ночь уже. Amir died saving your life. Чё, Амир умер? Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but... А вы не долбанулись? А может поспать? But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this. А можно поспать? Look, Jade. We'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? Блин, ночью лучше не ходить. А где поспать может? Надо же переспать эту ночь. Блин. Это опасно. Там такие зомбаки. Так, магазин. Опять это? Не, в это я не хочу. Че у тебя есть? Молоток, гвоздодер, молоток, камешек, простой короткий нож. Изящный короткий нож. Окей. А поспать-то где можно? В этой игре. В этой игре отдыхать можно? Don't make so much noise. You're going to draw the monsters. Ну ночью надо переждать. Не ночью же вылезать.
Как ночь переждать? Вот какие-то матрасы, на них бы лечь. Как мне переждать ночь? Ладно, пойдем тогда. И никто ничего не говорит, ну их нафиг. Будем пытаться так. Будем выбегать ночью. Но будет слишком опасно. Или задумано ночью идти сюда? Эти, по-моему, слишком опасные, да? Лучше их не трогать. Ой-ой-ой. А, нет. Нет, блин, а как переждать ночь-то? Нет, этих луком даже не убить. Или мне надо ночью реально идти, проходить это? Потерял свои две стрелы. Да, ночью уже реально страшно. Привет, Вася. Суперзвездный модератор. Ой-ой, уйди, 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 уйди. Да уйди ты. Чем больше погони, тем больше зараженных станут вас преследовать. Тут как-то ночью вообще опасно выходить. Что мне делать? Был бы кооп доступен. Причем тут кооп? Меня волнует не кооп. Меня волнует, когда ночь закончится. Я бы зашел и всех там разнес бы. Окей. Но мне этого не надо. И Алекс бы зашел и всех разнес бы. Ой-ё, что происходит? Инвентарь заполнен. Теперь световую ловушку.
А уже утро, что ли? Это уже не ночь? Отдай мою стрелу. Фига там их. Их тут целый батальон. Зомби-батальон. Ой-ё. Груз отобрали? Окей. Я побежал. То их слишком много. Здесь со стрелами не походишь. И тут их слишком много. Че, я огромный? То иди ты нафиг. Да блин, уйди. Активировать световую ловушку. Rahim, I'm here. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Мудвак, брат. О, плавать можно. Don't shoot! Don't shoot! Hands up! What the fuck do you want? I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? Alright, what does he want? I've come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. Alright, let him through. This ought to be entertaining. Позабавимся? А может, я тебя застрелю? А я могу его застрелить? Вход в безопасное место. Но эти вроде не панки. Куда надо? Куда? С какое место? Сюда, что ли? Как-то попасть-то? С тобой разговаривать надо. С кем разговаривать-то надо? Из ваших. А, вот. How long have we been friends, Osman? We have been friends for a very long time. That is why I'm so surprised. That you would steal from me! Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice.
Very simple. Your right hand or your left? Left! Was that my left or your left? Жесть. Может их поубивать? Их нафиг. Мне не нравятся эти люди. You have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal. A deal. For Anthony, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Ryze will consider giving your people some Anthazim. Understood? I don't seem to have a choice. Perceptive. Ну, жестко, я согласен. Мне эти люди не нравятся. О, я могу взять это. Ну-ка, давайте-ка вот это вот. Отберем. И вот это возьмем. Да уж. А я не могу здесь оружие взять. Зашибись. Райс, он плохой. Да видно, что Райс плохой. Тут даже познакомьтесь с Райсом. Че с ним знакомиться? Убить его нафиг, да и все. Человек, который рубит руки кому-то, это уже ненормально. Я должен с ним знакомиться, да? I met Rice, and Jade's right, he's a psychopath. He's also the GRE's rogue operative. Now I've got a co-op. Почему нельзя его убить? Я бы убил его. Tower trash. Какие рожи у них неприятные. Реально бандиты. You wouldn't last a minute. There you are. Rice said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? Texas. From Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the Antizen? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Карим хороший? Окей. Так, мне надо отойти. Извините меня. Что-то мне нехорошо.
Что там кто-нибудь пишет что-нибудь? Извините. Извините, что пришлось стрим прервать. Часам. Просто... Ну хотя бы сейчас получше мне. I don't know who you are, and frankly, I don't give a shit. So stay out of my sight. Шумбалы какие-то. Я тут банда, конечно. Кинуть задание. Just met a guy named Kareem. He's like Rice's majordomo, I guess. Or number one flunky at the very least. Kareem's sending me to fix some antennas for Rice. Nothing better than being an errand boy. Oh. Так а лук-то мне не дадут, что ли? Эти с ВГМ. Тут зомбаки. Эй, а где мой лук? Привет, Моко. Моко, кофе Моко. Отель заполнен. Давай что-нибудь разберем. А, это фигня, этот ржавый нож. Блин, этим ржавым ножом руку отрубили, что ли? Пес. Наверх надо залезть, что ли? Мокко, серьезно? Зачем ты мне это говоришь? Я пока первую часть не прошел, а ты мне уже про вторую говоришь. Ты издеваешься? Иди нафиг отсюда. Да. Ты издеваешься. Отдайте мои стрелы. Крестоносец. Простой короткий нож. Ох. Тяжко играть сегодня мне. Ты уж извините меня. Создать новый предмет. А он нужен мне. Just met Rise. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No. He thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin.
Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Выполнять все его поручения? Зачем? Проще его прибить просто. Найдите антенну дальней связи. Hey, Al Capone, you ready to do this? What exactly am I doing? Radio communication has been pretty spotty in the quarantine. These modulators will help boost the signal, so Rise can communicate with Outlaws at the far reaches of town. Well, that's a benefit for everyone, not just Rise. Perhaps, but the Emperor must monitor his empire. А где моя еще одна стрела? Эй, отдайте мою стрелу. Серьезно? Где мои стрелы? Почему они... Вот что за фигня? Где моя стрела? Верните мою стрелу. Я потерял стрелы. Замечательно. Стрелы это, конечно, хорошо, но вот терять их не очень хорошо. А, вот. Да чё он на всех их нападает? И долго он будет. Чё, чувак? Нафига ты, блин, идешь на него? Ты серьезно? Где мои стрела? Ладно, этот мужик уже достал. Вон, 6 стрел. Не буду их стрелять. I'm at the first antenna. If the power's not on, you'll have to turn it on. There'll be a switch in the small building at the antenna's base. Нифига там он зомби-то. У меня стрел на них не хватит.
Включить основное питание антенны. Молодец, залезла. Нет, антенна не тут. Что за... Алло! Валивай! Груз-то брали? Да какой груз-то, я не могу понять. Надо сюда залезть. О! Shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Это обычный враг. Да чё за нафиг? Пять стрел. А шта где? Так, куда теперь? Наверх? А так не лезет, да? Наверх залезть. Не так. Thank you.
На речь-то похоже, но это не речь, наверное. А, во. Это лестница. Бечевка. Еще выше. Так, а не вот так, окей. Ой, блин. Теперь надо прыгнуть, да? Нет. А, нет, залезть можно. На эту штуку, наверное. Что-то должно быть тут. Вот. Shit, Kareem. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Этот зомби все раскру... Блин, стрела улетела. Эх. Пройдите вторую антенну. Повышение уровня ловкости. Убивайте врагов с ног ударом с прыжка с разбега. Ваше тело становится крепче, вы восстановите здоровье на более высоком уровне. Перепрыгивайте врагов. Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше. Карабкайтесь и набирайте ловкость быстрее. Получите доступ к новым способностям. Как будет ваше тело становиться крепче. Неактивная безопасная зона. Попробуем занять ее. Да, ты иди нафиг.
Так, где здесь? Безопасную зону сделать. Вот оно. Все, зона безопасная или как? Или нет еще? Очистите зону. Она не зачищена. А, вот как надо безопасную зону разблокировать, я понял. Нужно было закрыть это место. Эй, hey, Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die horribly. Нормально, голова отлетела. Пять стрел. Нормально тут дают. А где еще стрела? Таль заполнен, пишут. Мысли инвентарь заполнен. Ну-ка. Боится надо разобрать газовую трубу. Разобрать. Тяжелую арматуру взять. Где моя стрела? Мы 4 стрелы, я вижу. А где пятая? Пятую потерял, что ли? Где пятая стрела? Нету пятой стрелы, я ее потерял. Замечательно. Давайте еще сделаем стрел. Ну-ка, лук улучшить можно?
Крестоносец. Что не дает? Так, чертежи. Создать. Еще 5 стрел. Ну, если еще раз зажигать, не стрелы разрывные, но они не будут эффективны. Ой, сколько вас, уйдите. Вас слишком много. Зачистите зону. Идти на место. At the second antenna tower, and the fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei, and probably his son Christoph. I find them tiresome. Alexei? Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Какой-то Алексей тут кроется, скрывается. Кофе. Игареты. О, лопатом, лопатой можно. Так. Я просто проверил, идет ли стрим или нет. What the fuck do you want? Climb the tower. Why the hell would you want to do that? For Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, no, no. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go, go. Блин, понять задание Райса. Нафиг это мне надо. I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? В безопасной зоне. Классно, я упал. Я думал, я зацеплюсь. Как теперь напасть-то? Дать до вечера, не хочу. Хранилище. Записка. Эта лестница ничего не... Нельзя по ней подняться. Ах.
Как наверх подняться? Лестница есть. Вот это похоже на лестницу. Но это не лестница, да? Нет? А что тогда лестница? Так, давай. Вроде лестница, но на самом деле не лестница. Сюда давай. Теперь куда? Пробую вот сюда. I sure hope this fucking climb was worth it. Так. Как разобраться-то? Я попробую за эту зацепиться, а не зацепился. Я думал, не зацепится. Still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Получите плату у Райса. Повышение уровня выживаемости. Окей, выживаемость. Поехали. Чё тут, мастер сборки? Научите вот собирать предметы, создавайте больше предметов из тех же материалов. Хотя это нормально. Научите создавать сюрикены. Нет. Это лучше. Я больше могу собирать теперь, да, этих стрел, к примеру. Да, 8 могу теперь. Нормально. Странно, почему неудачная посадка, непонятно. Whatever. See you back at the tower.
Сначала получить плату у Райса надо, а потом уже. Да уйдите! О, тут что-то есть, добро какое-то. Нормально. Да уйди ты. Уйди, вонючка. Да что я делаю? Не ту кнопку нажимаю я. Я вместо идти пальцы не туда нажал. Руку не туда поставил. Груз отобрали опять. Что это такое? Все время грузы отбирают. Я вас не слышу. Пожалуйста, спасите. Вы мертвы? Чего? Ах, блин. Она хоть заново ничего делать не надо, зарезать и прочее. Значит, это была бы такая духота. А как выбраться отсюда? А. Погодите-ка, а куда я сдвигал-то? Я что-то не помню где. А это что? Поменяйтесь. Ага. Надо мне. До вечера, не надо. А как мне выбраться-то отсюда? Что-то не помню. Да я застрял. А вот так, наверное. Опять Крахиму этому идти. 4 стрелы, ё-моё. Ой, не Крахиму, а Крайсу. Ну давайте еще стрелы сделаем. Сейчас нам по 8 стрел делать будет. А, находить гвозди и разбирать ненужный хлам. Так, пассажирам тут не место. Эй, ты чего? Ты озверела? Да чтоб тебя! Ладно, я вас понял. Да стоп тебя!
Надо словно стрелы беречь. Слишком их много. Ой, не, на столб я не надо залезать. Мне надо стрелу забрать. Так, 10 стрел. 11 стрел. Не вижу последнюю стрелу. Одиннадцать, да, теперь? А, вот, вот она. Отлично. Так, это я не буду брать. Блин. Стрелы беречь надо. Ну-ка, разобрать что-нибудь можно. Вот тяжелую арматуру разобрать, к примеру. Лопату могильщика тоже можно разобрать. Гвозди дадут. Куда бы полезнее разобрать это все. Быть рядом с безопасной зоной. Окей, сейчас я ее открою. Повышение уровня силы. Да уйди ты! Эти зомби блевотные. Где еще одна стрела? А, вот она. Находится в неактивной безопасной зоне. Окей. Как ее активно сделать?
Так. Как же мне попасть наверх? Может, на эту штуку прыгнуть? Нет. Эх. Почему не зацепился за эту штуку? Мерседесы цепляются за вот эти вот штуки. Ну ладно. У вас неиспользованные навыки, да, я в курсе. Что там, сила? Ваше тело становится крепче и может выдержать еще больше урона. Окей. Силу ударьте от земли и сбейте врагов с ног. Чтобы использовать, нажмите. Но это не особо интересно. Это мощно доносит огромный урон, но требует больше выносливости. Давайте лучше вот это. Прочность. Точнее будем. Так, а как сюда попасть-то? Зомби. Иди отсюда. Как сюда попасть, ребята? Надо очистить эту безопасную зону. Очистить безопасную зону. Как звучит, конечно. О, здорово. Этих только в голову. Блин, а как-то наверх залезть мне. Как-то надо. А как, я не знаю пока. Чего? Ты серьезно? А где стрела? А вот она. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да я в курсе. Я хочу безопасную зону открыть. Как я ее открою-то? Мне на крышку-то залезть. Видимо. А, вот. Ох, блин. Как бы все просто-то оказалось. Блин. Эй, где моя стрела? Ты издеваешься? Отдай мою стрелу. Стрел. А 11-й вот здесь. И как я ее заберу?
Во. Можно было, наверное, и ударить рукой или ногой. О, здравствуйте. А что-то затормозило. Впервые. Когда не тормозило, вот затормозило. У тебя вертикалка-то отключена здесь или как? Я что-то не помню. Да, вертикалка включена. Так. Что здесь делать-то? Дверь не закрыва... не открывается. О, доска с гвоздями, тоже неплохо. Татуэтка. It's getting dark, people. Time to lay low. Find a safe spot to make it through the night. You all know the drill. Интерпатная зона разблокирована, отлично. Типа крыша. Ждать до вечера. Вообще-то не вечера, надо до утра ждать. Тренька игрока. Нет, не надо. Дать до утра. Вот как надо, так оказывается. О, дать до утра, все отлично. Ночью не надо бегать. Тут очень опасные мутанты. Не стоит от того. Пока не до этого. Who wants to know? Ну да, да, да. Ага, ну да. Голова у меня не кружится. Убегаем с ней. I'm happy to help. If there's ever any way we can help you, Mr. Crane, please, don't hesitate to ask. Ура, мы в безопасной зоне. Этим уродом идти. Job's done. Now it's time to get back to Rice and get that antizin. А он его не отдаст. Договор с Райсом. Говорите с Райсом. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Bravo. Can I get some antizin now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two crates of antazine. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules, that is what makes a man.
Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Угу. С Каримом надо поговорить. Fighters can still think. Ah, my friend. Rice likes you, I can tell. Yeah, how? Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing, though, no? Что, убить кого-то надо, что ли? You hear the drone? Shit, you wouldn't last a minute. Okay. I can't say I'm surprised that Rise went back on his word. But the GRE won't let me just walk away. Plus, if there's any chance that we can get that Antis in, I have to try. So this time he wants me to gather protection money from the surrounding settlements. Полтора часа. Ну давайте еще это задание сделаем. Свяжитесь с ВГМ опять. Эй, алло. Куда я? Упал. Ай-яй. Кто такие ВГМ? Интересно. А, ну это правительство, наверное, на которое мы работаем. Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Короче, делай все так, как он хочет. Замечательно. Так, колючая проволока. Karim, I'm by the wheel station. Took you long enough. Get the job done and make it fast. This is just the first stop. Долго? Я, по-моему, вижу, как очень быстро довольно-таки. Чертёж, отравленный дротик. Мне не особо это интересно. You Jafar? Oh, Anstano. My name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off. I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jesus. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here, here's your money.
take it. And if I have to come back here... You won't get any more attitude. Mi casa, su casa. Just don't hurt me, all right? Kareem, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next, you collect the tribute from the fisherman's village. Head east, to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Блин, мне придется опять сделать перерыв. Ну уж извините, ребята. Ай-яй-яй. How you doing, mate? I'm running errands for Rise. He wields a lot of power, scares a lot of people. Damn right he does. Listen, mate, time's getting short. We're almost out of antizin. Much as I hate to admit it, I'm getting worried. I'm doing the best I can out here, Brecken. I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes. I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. All right. Here's hoping you can make it back to the tower soon. Так, я отойду на время. 11%, жесть какая-то. В чате как-то пустовато, ребята. Что-то неактивно вы сегодня.
Ладно, так, что у нас там? Пять курьеров у входа в туннель. Трупы. Пенева. Радость-то какая. Это еще что там место такое? Не открывается. Ого! Чего себе? Я видел что-то, что я никогда не видел раньше. Этот большой инфекция просто фукин эксплодил. Kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. All right. You'll have to go to the village directly, I suppose. Look for a man named Gersel. Так. Сломать. Так, а чё, тюрикены? Великолепные, и кофе. Великолепные прям тюрикены. Великолепнее некуда. Какой тут, сколько тут мяса. Да ё-моё, отмычку прошляпил. Еще одну отмычку прошляпил, замечательно. Сколько я отмычек прошляплю? О, открыл. О, это я возьму. Доску с гвоздями разберу. Это я возьму. Мешочек. Какое же приятное место. Просто кошмар. Какое оно приятное.
Договор с Райсом. Соберите второй день в Рогатском поселке. Собирать дань для какого-то урода, блин. Метров. Ах. Не залезает. Ходим. Хоть на карту посмотреть. Так, карта как наши. Карта. Я почти всю карту обошел. Сюжет проходить еще долго. Куда там поселок? Ай, блин, ноги опять сломал. Нет, так много их не надо мне здесь. Okay, Kareem, I'm outside the village, but there's a whole horde of infected in there. So, clear them out. We get paid for protection. Do some protecting. Окей. Mm-hmm.
Блин. Чтоб тебе. Где мои стрелы? Да ты... И 11 стрел. Где еще одна? Вот не вижу я больше стрел. Где они стрелы? Я только 11 нашел. Ну и музыка. Ладно, 11 стрел пускай будет. Наделаю еще. Gate closed before more of those fuckers get inside. Получили новый наряд. Мне мой наряд устраивает. Мне мой наряд устраивает. Уровень выживаемости. Окей. Так, ше. Научитесь использовать пространство к заказ умом. Поводить еще 6 ячеек для оружия. Круто. Научитесь готовить усилители для растений. Нет, это интересно. Давайте вот это. Yeah? Hey, Rice sent me here to pick up something for him. You won't find it here. Not here. Not in this house. Not anywhere around this house. Gersel. Gersel is the one you're looking for. Now get Gersel. Gersel. Hey, anybody in there? Shh, not so loud. You'll draw the monsters. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them? All of them? Rye sent me. You Gersel? Oh, you were for Rye. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more frickin' tell him. Ayla, please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Frickin' gonna kick your ass. Do it, frickin'. Kick his ass. For God's sake. Look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rise wants his payment. So you make the payment or things get bad for you. And your woman. You can't threaten us. Kick his ass, frickin'. Give me a break, Ayla. All right, fine, here. This is all of it. Ugh, a real man would have kicked his ass. Yeah, I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. Okay, Kareem, I got Gersel's money. I fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Just one pickup to go, at the ferry station on the old pier. There's a ferry? There was until the Navy sent it to the bottom of the bay. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. Are there any boats left?
Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Бить третью данью паромные переправы. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Так это получается безопасное место. Спасти его надо. Кого-то спасти надо. Бывший погиб? Серьезно, так быстро? Я не успел ничего сделать. Ой-ё. Че, я утонул что ли? Чего, блин? Что сейчас было? Как так? Ну, Киван. Так, здесь что у нас? Тамбуков нет. Так, сюда надо зайти. Ну вот зомби. Ты серьезно встал? Опасную зону. Изолента. А нифига не безопасная. Да что опять такое? Почему я не попал? Где моя стрела? Безопасная зона. Молодец.
upset in the city, traveling would be easier. I'm here to make a pickup for Ryze. Back already? We just paid off, you bloodsuckers. Да, Райз просто людей, у людей все забирает. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Ryze said he'd protect us if we paid him. But so far, all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire. Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. Hey, for what it's worth, this isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys. And yet you're still doing it, aren't you? Okay, Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell. Join the club. Now, come back and claim your prize. Good job today. Это кто? I'm Neil Fallon. I'm a journalist for International Affairs magazine. Yeah, I've heard of you. You have? How the hell did you get in here? It wasn't so hard during the first few days of the quarantine. And when they put Suleiman in charge, it was pretty clear how things were going to go. So you decided to stick around? Actually, I've decided to leave. Though God knows how that's going to happen. I've been in some lockdown cities before, but there's usually someone you can bribe. Not here. I can't get you out of Haran. I'm not sure anyone can. No, of course. But I've been documenting this place, pretty much from day one. I've interviewed hundreds of, well, people who aren't people anymore. Suleiman has a lot to answer for. The world needs to know what's happened, and look, I'm kind of desperate here. I've lost my work, all of it. I was holed up at an internet cafe when a mob of infected landed on me. I got out without a bite, but I left my satchel at the cafe. And everything's in the satchel? Most of it. They chased me for a while, so I finally had to ditch my camera in a car. Look, I know it's a lot to ask. Right, even if I recovered them, you still don't have a way out of here. Mister, if I can't get my work back, there's no reason for me to get out. Well, that cafe's in a bad area. I'll think about it, but no promises, okay? Mm-hmm. Пять тысяч денег. Ладно. Это какой-то дополнительный квест. Блин, один километр бежать? Серьезно? А нельзя там как-то переместиться по-быстрому? Песня перемещение. Перемещаться нельзя. Почему он пишет это перемещение? Ну-ка. Я могу переместиться в безопасную зону? Нет. А как, почему перемещение-то не работает? Ну как бы есть вроде, но он не работает. Одну стрелу где-то посеял. Ну ладно, ничего страшного. Yeah.
Тщательно он свалился. Отдай мою стрелу. Copy. What's wrong? Someone's turned on the 18th floor. We're doing our best to contain the situation, but we can't sugarcoat this, Crane. We need Anderson right fucking now. Rise has promised me 2 crates, Brecken. 2 crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Just... God, just hurry, please! Блин, тут закрыто. Crane, how close are you? I don't know, about halfway back, I guess. Good. I need you to make a quick detour. Ой-ой-ой. Why? One of our patrols went off the grid somewhere near the market. How is that my problem? I'm making it your problem. See if you can find them, or don't bother coming back. А, специально все это сделано. Мы время протянули. Привет, стример, зрители тоже. Привет, Руслан. Мы тут от зомби спасаемся. Ай-яй-яй. Так, туда можно? Или там тоже тупик? По-моему, там тупик. Блин, тупик опять. Уйди, уйди. Ай-яй. Надо походить. Так. Открыть. Гвозди, кофе. Очень нужны предметы. Хотя нет, гвозди нужны. Благодаря гвоздям я только стрелы-то и делаю. Найдите пропавших. Какое мне до них дело? Kareem, I think I found your lost patrol. Ну что тут у тебя? Ripped them limb from limb. Ничего хорошего. Don't damage them. They're worth more than all those dead assholes put together. Иди в жопу. Did you find the envelope? Ого. Not yet. Wait a sec. Винтовку дали. Что, с винтовкой дерьмо находить? Полицейская винтовка. Ну-ка. Патронов мало. Okay, got it. Good. Bring it back to me right away. You're going to be a hero around here. У меня есть лук, а есть вот винтовка теперь. I need your help.
Получите плату у Райса. Пока еще у Райса. Ай. Неприятный тип. Ай-яй-яй. Куда я залез? So, I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. And you know the old saying, it is better to be feared than loved if one cannot be both. Machiavelli. Correct. Батарейки. Smart fellow, that one. Киавелли философ. Можно-то уже. Где моя последняя стрела? Нашел. Отлично. Не буду я их валить. Нет смысла. Могу и с одним луком пройти, я думаю. Опасная зона или небезопасная? Или опасная зона? Местный режим, нажмите эскейп, чтобы пойти в лобби и открыть игру для других игроков. Не надо. Где Райс? А, Карим вот. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Райс is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. God, I hope not. Райс тут внутри. If you show them compassion, they will see it as well. Сейчас опять кому-нибудь руки отрубит, да? Understand? I give you shelter, I give you bread, women, bullets, and you can simple task. I should send every one of you to the pit. Ah, the tower lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Andazin. I think not. Your loyalty Чего? To the tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Antazine. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number.
bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this Scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. Да иди ты в жопу. What? No. No, forget it. I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Да застрели бы его быстрее, да и все. Ой, да сейчас бы пришел бы сюда, нафиг, расстрелял бы всех, нафиг. Что это за говно? Я бы вот этих всех расстрелял бы. How did it go? Никак. I think you know. What can I say, kid? You're lucky to be alive. He really must like you. Oh yeah, yeah, he's my biggest fan. He didn't put a bullet in your head. He didn't throw you to the biters. He let you walk out of here alive. Maybe he figures he might still use you for something. Or maybe he's just thinking up a creative way to torture you to death. He does that sometimes. Watch your back, kid. Да уж. Ah, shit. ВГМ ему позвонил. А они даже не заметили, что ли? Я представляю, если бы ВГМ прям там позвонил. Его бы точно пристрелили. А мы в ТВГМ специально бы это сделали. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Да идите вы в жопу. Fuck you, asshole. Чтоб вы сдохли, урод, я согласен. Я бы совсем по-другому бы сделал. Вместе Крейна. Ну хотя, фиг знает. Меня бы, скорее всего, застрелили бы. А и так, Каранис. Any guess what happened? None. And our gas man Jeff up and quit on us last week. He was kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Полный газ удерживаете, чтобы. Окей. Пойду в башню. Башню, наверное, закончу. Ой-ой. Знаю, бабу так отдавать, конечно. Crane, do you copy? Брекен, do you copy? Shit. Jade, this is Crane, do you copy? Crane, how much antizin did you get? Listen, да, блин. Что, меня убили, что ли? Ты что, серьезно? Ricky screwed us, okay? I only got 5 vials.
What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, we've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Get back here ASAP, and don't lose any of that antizin. Я вам дам два ящика антизина, а в итоге ничего не дал. Блин, я стрелу одну прошляпил. Меня зомби убили во время битья лука. Договор с Райзом. Никого нет договора с Райзом. Райза просто надо убить. Это уж совсем какие-то договоры. Никакие. Чего тут произошло такое? Телин в башню отнести. На лифт. Jade just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get what little antizin I have back to the tower pronto. Do you have the antizin? Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call, and now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. Серьезно? Как так произошло? Они что, застрелить не могли? Были бы у них луки, они бы застрелили их. То ж вы луки-то не сделали. Дать до вечера. This is where we get the announcements about the antizin drops. And they've just stopped. There were kids in there! I froze. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa. Hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, alright? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Им говорили, где сбрасывается антизин. Странно это.
Finally, I get to do some actual good. Иди в уединенное место на крыше и зовите СВГМ. Сколько раз я могу связаться с СВГМ? Рахим? Рахим, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? Ты не упадёшь? Skyscraper. Scout from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Rahim, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. It would work. We make a good team. Ah! Shit, oh my... Ah! Don't drop me! Ты серьезно? Oh, fuck. See? Told you we make a good team. Жесть, ты пьяница, конечно. Сам себя не угробил. We don't have any explosives. None. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Так, а он не заподозрит, что это? Это подозрительно, этот Рахим. Залезть надо. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryze's proposal? Perhaps Miss Altamir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Ну, они уберут тебя. Потому что ты посмотришь этот файл. Ну, захотят убрать. Что это стоит, типа, совершенно секрет. Так, а чё договор с Райсом? Crane, this is Jade. Do you copy? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Ryze has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Это Джейд в вагоне. Thank you.
имя тоже дали Джейд, как в Mortal Kombat. Чё, в лифт? Jade knows where we might be able to get more antizin. I'm supposed to meet her in one of the boxcars near the school. There's a lot to be done around the tower. Hope you find some time to take a look at the board. Так, объявление еще здесь есть. Фига тут надают. Сколько всего дают-то? You need something? Ладно, наверное, с Джейд мы встретимся потом. Сколько там стрим хотя бы идет? 2.5 часа? Ну ладно, давайте 2.5 часа я оставим. Я знаю, что недолго, ну что поделать. Ну что ж, сколько, куда там, 414 метров. Ну я полчаса как бы у вас, не у вас, а крылья. Ну, я отходил на полчаса где-то. Вот. Ну, 2 часа играем, да. Ну, не так много, конечно, ну да ладно. Сегодня я как-то не в состоянии много играть. Ладно. На сегодня хватит. 15% сюжет пройден. Райса бы убить, нафиг. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на каналы на YouTube, отвечаю на Wood Game, и также в Facebook Одноклассники. Всем удачи и до скорых встреч. Еще увидимся.